так вот, когда садишься до конца, вот здесь вот давит вот эта вот штука. Неудобные дела. Это еще песню написали новую, да? Или сама напишет? Какие-то тряпки у нее на руках вместо перчаток, да? Что это? Как это называется? Дырки? Руки замерзают? Дорогие друзья, до наступления Нового года остались считанные мгновения. Сейчас миллион россиян праздничным 5 минут осталось. И верят, что те желания, которые они загадывают, обязательно Чье это? Чей бокал? Надо посмотреть, я перепутал бокалы. 2016 год. Но прежде традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Итак, мы начинаем жрать под новогоднее обращение президента. Дорогие друзья, через несколько минут мы встретим новый 2016 год. Приближение этого чудесного мгновения между прошлым и будущим знакомо нам с детства. Мы ждем его с радостью, надеждой и волнением. Верим в самое лучшее и светлое. По традиции отмечаем этот праздник в кругу семьи, с самыми близкими друзьями. Но не всем удается встретить Новый год с родными. Надо работать в производствах. Нести постоянные дежурства, обеспечивая нашу безопасность на суше, на море и в воздухе. Мы благодарны всем тем, кто днем и ночью, в будние дни и в праздники, всегда на посту. А сегодня особо хотел бы поздравить с праздником тех наших военнослужащих с международным терроризмом. Отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах, проявляя при этом волю, решительность. Впрочем, эти качества нужны нам везде, всегда и в любом деле. Успех всей страны зависит от эффективного труда и достижений каждого из нас. Нас объединяют одни цели – стремление приносить пользу Родине, ответственность… 2 минуты осталось. Успеем все съесть? В уходящем 2000… Я успею. …в Отечественной войне. Зачем? Надо, какие монеты? И будут какие монеты? Дорогие друзья, сейчас в новогоднюю ночь особенно остро чувствуем, как дороги нам наши. Полностью? Жизни, как важно, чтобы все здорово. Там ветер. Возвращалось все доброе, чему они нас учили и учат. Пусть наши дети растут умными, деятельными, а любовь и отзывчивость будут нашей опорой в каждодневных делах. До наступления Нового года остались считанные секунды.
Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья. Поблагодарим и сейчас. За участие. Там еще будет. И обязательно. Это куранты. Извиняюсь. За процветание и благополучие России. Все, я съел. С праздником вас. С новым 16-м годом. Ура! 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 За Бога, за царя! Уже 0 часов, да? Это уже Новый год, да? Это будет минута Нового года. А 3 числа я получу объективчик для этой фотокамеры за 9.03 косаря. Священная наша держава, Россия великая, наша страна, великая совесть великая, дана нам навеки, на все времена. Наше свободное дружбы народов союз вековой, скипетр державный, слава. Уже гимн перепутали, да? Помним старый гимн, а поют новый, да? А эти слова я уже не знаю. Их тоже переделали. И машины ездят в Новый год. Какой смысл ехать в Новый год? Надо встречать дома. Встречают в машины. Там не задвинулся объектив. Ой, не задвинулся объектив, не задвинулся. Грядущие нам открывают года, удает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше. Братских союзов, братских народов, союз вековой. Мы гордимся. Oh!
теперь он официально наступил новый 2016. Время гимна надо стоять. Кстати, ты знаешь такой закон? А мы не стояли. Теперь впереди еще целая ночь чудес на первом канале.